нам приехал чехол для Huawei P9. Друзья, ну-ка посмотрим, что же это такое. Итак, вот такая штуковинка. Плотненькая. Здесь у нас бумаженька лежит, по-моему. Да, чуть не поверила, что внутри должна быть бумаженька. О, весь обклеен. Изнутри и снаружи такой плотный. Довольно пластик. Не особо гнется. Есть вот такая интересная штучка, колечечко. Вот такое. Для удобства опираться можно в стол. В общем, оно плотное такое. Для чего вот это непонятно. А, это магнитик? Да. То есть он должен куда-то липнуть. У нас металлического ничего нет, но проверим потом на холодильнике. Вот. Такая интересная вещь. Да, видно, что это магнит. Интересно, как он влияет на работу. Никак, да? Ну что ж, довольно красивенький. Тут вот кнопочки потайные, которые будут исполнять роль кнопочек. В общем, дырочки для разъемов. Вот так.